Словам главы государства, необходимо создать небольшие водохранилища в каждой местности. Дамбалардың сапастырын. 319 су қоймасының 31-і авариямен жағдайда. Ақмола, Алматы, Батыс Қазақстан, Жамбыл, Қызылорда, Түркістан облыстарында жаңадан 9 су қоймасы салынады. Хотел сказать, что из года в год можно угадать, что будет говорить средства массовой информации, какие проблемы будут обсуждаться. Сейчас на юге вообще ситуация с водой, особенно в Алматинской, Жамбульской, там, где особых серьезных проблем не было, проблемы есть, серьезные. Никто этим серьезно не занимается. Каждый год одно и то же. Но Кучинбай, Саралжын жолы, 2023-2022-де салынған жол. Су алып жатыр.